Как выяснилось, пункты проката самокатов разместились у моря без согласования, а набережная должна быть безопасной зоной для прогулок. Именно поэтому запрещен проезд машин к городским пляжам. Там, где необходим подвоз продуктов или оборудования, глава Сочи предложил установить шлагбаум, позволяющий проехать только определенному виду обслуживающего транспорта. И то ненадолго и не в пляжный час пик. Некоторые пляжи вызвали нарекания неумелой математикой. От линии воды необходимо отступить минимум 5 метров и только потом выставлять платные лежаки и зонтики. Кое-где обсчитались в свою пользу. Это антиреклама. Люди меньше будут ехать, понимаешь? Будут думать, что здесь действительно очень дорого. И все из-за вашего безответственного отношения. Но это не исполнение закона. Сейчас... Глава Сочи поручил немедленно очистить прибрежную линию. Провести работы необходимо и на пляже Солнечный. Там берег отсыпали чересчур крупной галькой. Хотя по технологии в таком случае ее надо класть под верхний, более мелкий слой. Конечно, продвижение в Хостинском районе по пляжным территориям существенное. Мы видим, что и продолжаются работы, пляжи осваиваются, становятся цивилизованными. Видим, что каждый пляж оборудован и туалетами, и раздевалками, и можно ноги помыть. Все это здорово. И считаю, что есть еще над чем поработать. Но для себя я сделал выводы, что через 10 дней мы обязательно вернемся сюда и посмотрим, как работали над ошибками. По крайней мере, мы им рассказали все. И видим, что предприниматели, в общем-то, ответственно относятся. Также Анатолий Пахомов поручил арендаторам пляжей установить понятные указатели, где можно найти бесплатный туалет. Эта услуга должна быть бесплатной также во всех прибрежных кафе и ресторанчиках.